Почем петрушка добрый? По 4. По 4. Сколько? Сколько? 8, да? Да, 8. Помидор сколько красивый. А почем у вас помидоры, кстати? 25. Почем ваша петрушка? 75. Я. Дякую. Почем помидоры ваши? 25-30. Так, чтобы не забыть. Почем петрушка? По 10. Да, по 10. По 10? Дякую. А ваша петрушка почем? 10. А укроп? Укропа немає. Ой. Огірок? 20-15. 20-15. Почем ваша петрушка? Почем петрушка? Питає мужчина. Петрушку, скажите, цену питає. Разна петрушка цена. Сейчас, 7. Вот такая по 7. Ты забрал? Правильно взяла, 10 по 7. Правильно не будем брать, а? Вот это почему? 7. Одна лучше другой, дуже 7 и 7, 14. 2 стоит. Спасибо. 3. 3. Спасибо. Сейчас не вот так. Почем петрушку ваш? По 10. А он еще 10 гривен картошки. 11 даже. Сколько все? 10 гривен штука. 7. Так, ну я уже сфотографировал. 15. Добрый день. Здравствуйте, Галя. Как дела? Нормально? Вы яйца уже не продаете? Пришел до Нади за молоком и яйца. Вот трафарет. Сорок и 70, 110. 110. Молоко по 20, яйца по 35. Да, сестры. А, пожалуйста. А что за бабка? А, не знаю еще. А, до тебя прийти. 55-50. Возьми, пожалуйста. Спасибо. 50. А вишни вы не привезли? А, сейчас вишни. Сейчас, сестрин, давайте. Так, вишни, листья, Надя заказывала. Яйца 35, молоко 20. Не попробовал. Счастливо дорогу, дякую. Пожалуйста.